Всем привет, ребят! Меня зовут Настя, я рада приветствовать вас в своем влоге. Поехали! И с этого понедельника у нас начинается наша неделя влогов. Поехали! Сейчас у меня закончились каникулы, я иду в школу. Потом у меня будет тренировка, на которую вы тоже попадете. То есть все 7 дней вы будете видеть мой день. Вот так вот регулярно. Я думаю, что свое развитие на канале я должна буду, начинать с влогов. Встретимся, я думаю, уже в школе. Я уже в школе. Мы на самом деле не буду вам говорить, что я сейчас нахожусь в туалете, потому что я всегда жду своих друзей. Но это я вырежу, это и говорить не буду. В общем, я уже в школе. Тут никого нет, потому что я, как обычно, прихожу рано. Ну, для меня это уже привычка. Посмотрите на мои волосы. Смотрите, какие они красивые. Гофре такой, да? Красивенько, мне нравится. Почему нельзя приблизить? Анна, привет. Что тебе надо? Привет. Ну, помаши ручки. Ребят, я уже пришла домой. Я не стала снимать очень много в школе, потому что очень много задают, нужно много повторять, и поэтому как бы... Нет, я даже не снимала, как я приехала домой, как я ехала сюда домой, потому что как бы я победитель по жизни, у меня разрядился телефон, и вот сейчас он только включился. Как бы классно. А сейчас я пушу, буду смотреть «Мастер-шеф». А все мои друзья знают, что я давно его смотрю, и сейчас я смотрю 8-й сезон, и как бы прям вообще просто вот my love, просто моя любовь. Я вижу, что у меня упало тут вот это. На улице просто классная погода, просто замечательная погода. Я думаю, что даже на тренировке, но я буду снимать. Встретимся на улице. Ребят, я уже одеваюсь. И, наверное, буду сейчас выходить, конечно. Даже не знаю, что сказать. Как бы. Ну, уже не важно. Всем привет. Да, я украду влог. Снова я украла. Ни хрена ты бздишь. И снова. Здравствуйте, какой красивый ракурс. Брат такой говорит, я украдаю. Там луна. Дадите 1 рубль. Там луну видно. Да. В общем. Дадите 1 рубль. Мы идем на тренировку. Как обычно, конечно же, куда мы еще можем идти. Таким составом. Не додам денег и уйду, да, и мне будут солнце, кричать. Лето нас сейчас собьют. Даже если без сдачи. Ну и короче, вот. Сейчас будет зал, потом вода. По 45 минут. До свидос. У нас закончился зал, и теперь мы идем на воду. И я, как обычно, на воде я буду снимать. Так что поехали. Find it boring. Lost his mum to a drug named heroin. Father's gone, so grandma's left with everything. 2 grandkids and a daughter's coffin. I never really knew him when he was growing up, but I assumed that it was a little fuck. No parents for him to look up to. The stepbrother whom I knew was a dodgy fuck. Shit, I used to think he was a dick. Tried too hard to fit and never grew out of it. Now he don't talk too much. He's probably giving up. I think he's had enough, cause he ran out of luck. Now he don't talk too much.
talk too much, talk too much. She's probably giving up, giving up. But thinking she's had enough, had enough. Is she ran out of luck, out of luck? Ever change? Well, apparently he reapplied for college and was waiting for his grades. Word that help his case, but I could never say. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. But think he's had enough, had enough. 'Cause he ran out of luck, out of luck. Now he don't talk too much, talk too much. He's probably giving up, giving up. But think he's had enough, had enough. 'Cause he ran out of luck. Я уже тренировалась, вы видели мою тренировку, так совсем чуть-чуть ее видели. Ну, в общем, как-то так эти 45 минут проходят. Сейчас я еду домой. Совсем забыла пожелать вам спокойной ночи. На сегодняшний момент, на сегодня, на этот момент. Видео. Закончилось. Мой первый день лога закончился. Всем спокойной ночи и всем пока.